2019 год подходит к концу, и многие уже построили планы на следующий сезон. Герой нашего следующего сюжета – мотоциклист Гаджимурад Ахмедов. Буквально заснул с мечтой, а проснулся с целью. Махачкалинец планирует совершить прыжок в Сулакский каньон. Насколько это реально и как идет подготовка к этому событию, узнал Курбан Рагимов. Эта площадка находится на склоне горы Таркитау. Здесь Гаджимурад Ахмедов стабильно проводит по 3 тренировки в неделю. Райдер из Махачкалы усердно осваивает новую для себя дисциплину – фристайл. На двухколесный транспорт Гаджимурад пересел 9 лет назад. Состоял в мотоклубах, с перерывами катался в свое удовольствие. Но только сейчас Ахмедов понял, что это увлечение может и должно стать его профессией. Собрался с мыслями и понял, что это двухколесный транспорт, это то, что мне нужно. И начал искать ответвление. А ответвлений много. Это и стантеры, это и кольцевые мотогонки, и мотокросс. Я выбрал мотокросс, но именно под категорию мотофристайл. Это для меня один из самых красочных и красивейших видов спорта. И для того, чтобы у нас в республике это все красиво начать, для того, чтобы ты задал хорошую планку, мы с моей командой, с моими друзьями, с друзьями из команды FMX-13 из города Коломны, мы решили сделать трюк, который в России и в странах СНГ еще никто не делал. Разогнавшись на мотоцикле, Ахмедов планирует спрыгнуть с трамплина, раскрыв в свободном падении 2 парашюта. К реализации мечты райдер идет поэтапно, планами активно делится на своем YouTube-канале. На месте, по его словам, будут учтены все нормы безопасности. Кроме того, махачкалинец уже успел заручиться поддержкой спонсоров, а также ведет и социальную работу со школьниками и студентами. Детям нравится этот вид спорта. Меня в городе, я несколько раз бывал в случае, когда я ехал, на светофоре стоял, мальчик от мамы отрывался, ко мне бежал, меня дергал. Ну, видно, дети любят этот вид спорта, да, эту культуру. Поэтому чем они будут, минуя родителей, минуя родственников, как попало, где попало ездить, я думаю, наверное, лучше уже какую-то базу создать. Кружок, да, как кружок, да, и обучать их этому всему, да. Я, если все будет хорошо, таких ребят вокруг себя соберу и правильное образование дам им именно в мотокультуре. Потому что примеров, когда ребята разбиваются насмерть, больше, чем много в городе. И мне лично больно вот такие вещи видеть. Прыжок в Сулакский каньон запланирован на осень. Впереди у мотофристайлера несколько сборов с профессионалами из Коломны, а также поездка в Испанию, где он сможет отточить выполнение своих трюков. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.